Тюменцы призывают водителей не нарушать правила, причем разными способами. Социальную рекламу, например, проводят школьники. Совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогах города они пишут благодарность тем, кто соблюдает правила дорожного движения. А вот взрослые придумали свой способ, как остановить нарушителей. На мостах Тюмени появились баннеры с вопросами. «Остановись, где твои крылья и чё гонишь?» А неподалеку похоронный венок. В ГИБДД считают, что это сделали неравнодушные горожане. Сотрудничать с ними полицейские готовы. Но в том случае, если плакаты будут размещены легально. Сейчас они уже демонтированы. Хорошая социальная реклама заставляет водителей задуматься, призывает их к дорожной безопасности. Но в этом случае она может быть опасна, потому что она размещена в тех местах, где ее не должно быть. Водителей может быть отвлечено внимание, и он может просто спровоцировать дорожную аварию.